Я нашел. Сейчас, 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 сейчас. Костик! Главное, что я сегодня заказал на экзамене, кулак, который я планировал заказать еще год назад. Я к вам. Ну, поздравляю, получается. Мне кажется, Костя как-то похудел. Мне прям, ну, это страшно за него. Он и до этого может... худой был, но он как-то, блядь, вот прям схуднул. Да-да-да-да. Надо его откормить бургерами какими-нибудь. Где-то, конечно, но может даже до Нового года придет. Спасибо тебе огромное и за поддержку донатиком, и за то, что мерч тоже приобрел, тоже поддержка. Ну-ка. А-а-а! Блядь, Костя же не знает сюжет! Мы просто Косте сказали, то ты можешь сбитой проехаться в лифте? Бля, по-моему, он же не знает. Что-то не нравится, я не понимаю. Подъезжаем, подъезжаем. На человеческой. Это две человеческие силы, если что. Есть лошадиные, а есть вот человеческие. Вот на двух человеческих. Оп. 1-0, братуха! Бля, а вдруг он сейчас вообще не вспомнит, что он в этом снимался, кстати. Алло. Оп. Папик, папик. Бля, он же не знает, что он папик. По-моему, он не знает, что он папик. Бля, ему похуй. Подожди, он как будто... Подожди, что? BMW едет 120, ой, 270. Нихуя он там ремонтировал. Подожди, подожди, стоп, стоп. Это не монтаж, кстати. Это Костя просто отмазывается, чтоб, естественно, но это не монтаж. Игорь, дай с ускорение. Не, это не монтаж. При этом обстановка по скорости не меняется. Да, кстати, блядь, сзади. Да нормально это. Бля, у нас там есть такие жесткие, прям Костя вжился в роль в какой-то момент, он прям очень злой с этой битой, как будто он в голове кого-то представлял себе. Блять, пока... мне не говорили, что я такую роль отыгрываю. Фу, блядь, так и не пересеклись, кстати. Я чё, Харламов, блядь, Гарик? Нет, он папик, папик такой, так сказать. Ну, если честно, странно, не знаю. Так это Игоринекс Продакшнс. В плане именно... Ну, короче, как будто непонятно, что это реклама мерча. Нет такого ощущения. Так в том-то и прикол. Типа, как будто вопрос, при чем тут нахуй мерч? Потому что это на реальных событиях. Это Игоринекс Продакшнс. Это Игоринекс Продакшнс. Странно, странно. Фу. Довольно странно. Вот ссылка в описании. Ладно. Это... Это просто странно. Заебись. Блять, Игоринекс, покажи, кем ты вдохновлялся. Ну так, просто по приколу. Сейчас, где Игоринекс Продакшнс? Вот. Алло, алло. Алло, Игоринекс Продакшнс. 42 продакшн. Ой, блядь. 42. 42 продакшн. Да, Игоринекс Продакшнс. Hello. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Я быстро, я хотел два слова всего сказать. Что случилось? Ну, я пока вспоминал, еще больше вспомнил. Во-первых, что хочу сказать. Каждый раз, когда Костя на что-то реагирует, мне хочется уйти из интернета и больше ничего не делать. Так.
Я чувствую себя ничтожеством. Это во-первых. Вот. Во-вторых, тебе скинуть, кем я вдохновлялся. Ну да, так, просто закинь для примера, да, чтобы, ну, как бы люди поняли. Ну, реально, в смысле, ты знаешь, кем. Ну да. Ну вот самое лучшее его закинь. Ну потом, ладно, закину. Игорелликс Production. Да-да, здравствуйте. Вот эта тема, которая, где мы снимали, где вы подъезжаете на человеческой тяге. Так. Ты не помнишь, что произошло, нет? А чё? Мы говорим, куда снимать, ну, где ехать, куда ехать? Мы такие, ну, поехали вот туда вот, короче, ну, куда поехали? Ну. Приезжаем. И вдруг хозяин, так сказать, всего этого объявляется, Димочка. И говорит, убирайте эту хуйню нахуй отсюда. Он просто, он взрывается, подходит к Косте и говорит, что это хуйня делает тут? Он говорит, убирайте, что? Если ее это... до заката, если она будет здесь до заката, нахуй, я не помню, что он, блядь, какие он там говорит, он начал угрожать. А еще мы ехали туда на эвакуаторе, короче, и этот дед, который нас туда вез, ну, типа, а мы не могли вообще эвакуатор найти нормальный. И дед говорит, ну все, я поехал, так сказать, в соседнюю страну. Да, он говорит, я здесь на подработке, сейчас я в соседнюю страну поеду, а завтра опять можете вызывать. Ну, такая типа дела. Нам надо до заката. Что-то сюр ты какой-то тоже такой интересный. И мы закончили снимать, и звоним ему, он говорит, да-да, я уже вернулся, или я не поехал. И он опять забрал ее, блядь. Да-да, это тот же чел был. Фух. Да, интересно. Вот еще пока вот эта человеческая тяга была, там паслись опять собаки эти дворовые. Блядь, эти, сука, уебища, очень страшные собаки, блядь. Но Бородор, кстати, вообще стойко им всем дал пиздец. И Костик ехал, короче, кушать, покупать. Купил себе бургер и не съел его, потому что собака отгоняла. Потому что что? Собака отгоняла этим бургером, он, короче, пожертвовал своей едой. Нет, он реально пошел, он пошел собак отгонять, типа, бургером своим, пока снимали. Блять, он вот. Герой, он пожертвовал он бургером. Он герой. Да. Еще тоже смешная тема. Я хотел сначала, ну, типа, здание продлить, чтобы оно было многоэтажным, а потом так и оставил. Короче, вы входите в двухэтажное здание. Так, ну и похуй. Лифт нажимаете пятую. Бля, я не заметил! Это очень смешно. Бля, охуенно. Слушай, так если незаметно, значит это все, это топово. Потом да, будут разбирать на киноляпы, отсылки. Да, да. Всякие. Фух, что еще? Это, потом мы вот это в съемной хате снимали, когда где с Мирой уже момент. Ага. Где мы с Лавриком жили, по-моему, последний день там потом оставалось жить. А, да, да, блядь. Сейчас. Да, мы такие, все, нам уезжать. Блядь, мы вот это? Мы перестановку сделали. Сейчас посмотрим. Нет, это не то, или то. Во. Да, а, это то, да, это то. Я да, думал, да. Это Мирина хата. Это же нет, они тут жили, чё? Блядь. Да, 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 топово. И мы там жили и приехали раз, вся мася. Сюда, да. Блядь, папик-то звонит-то уже, все пиздец. А, и этот Костик, то, что едет, там изначально, ну, из-за того, что очень долго все делалось, там, ну, типа, время суток скачет вообще. Ну, да, типа, да, да, по, да, по идее, да, 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 да. Я старался как-то это более-менее, вот, и то, что вот эти подсъемы Костика, это мы вообще по делам просто ехали, я камеру настраивал. А, да? А я еще думаю, когда вы это подсняли, реально 40 минут? Нет, просто катались что-то по Ростову куда-то, я камеру настраивал, потому что потом, когда мы уже целенаправленно хотели снимать что-то, уже ночь была и ничего там не видно. Ну, по идее, все нормально, все по факту. Да, да. Ну, там, правда, вот мы днем приезжаем, у нее 00 на часах. И потом мы ночью приезжаем. Ой, и днем важно, опять мы уезжаем. Для разборов, для да, разборов. Да, это чтоб разбирали, да. Как бы фанаты Марвел. В этом ну, во всем. Я 5 копеек вставил. А, во всем есть свой глубокий замысел, правильно? Да, да, да. 100%. Игорелликс Production. Игорелликс Productions. У нас есть еще, получается. Одно видео, самое сложное. Да. Там... Да, мы его сняли за полчаса, и все остальное надо сейчас думать, как его делать. Да? Да, да. Да. Ну ничего, Игорелликс Production. Игорелликс Productions. Но только вот да. Не очень понятно, ну типа, быстро ли это будет делаться видео или нет, потому что если вы опять раскупите весь мерч, то нам надо будет сдать еще одну партию, и тогда только выйдет видео. Это типа несколько, ну там, да. Месяц. А еще к теме то, что типа это не совсем на рекламу похоже и так далее. Это изначально не как реклама, ну дефолтная была. Это просто какие-то, ну прикольные видео, связанные с мерчом. Да. В конце которых типа показывается, что а еще у нас мерч можно купить как бы. То есть это не прям вот само по себе формат рекламы. Сюда, блядь. Но это потому что гениально. Это как бы для подписчиков, ценителей качественного контента, как бы да, да. Снятого, да, так сказать, скетча. Да.
Да. Ну, всё, тогда, если большое, у тебя есть какие-то бэкстейдж фотки или видео... У меня много чего, там еще не вошедшие всякие материалы закинь, есть. Закинь. Прям сейчас тебе? Ну, да, или... в телеге я закинь. Просто их не отсматривал. А, не, ну отсмотри, самое прикольное закинь. Все, ладно, давай сейчас. Значит, дорогие подписчики, как вы можете понять, да, ну то есть реклама, она вот здесь начинается. А все остальные минута 59, это подводка к этой рекламе. Для того, чтобы потом, ну вот произошло, то есть непосредственно именно вот это вот наложение, да, что типа кадр-то, ну, повторяется, как бы вот такой вот, да, вот то, что вот, вот так вот такая тема. Это все подводка просто к рекламе, это гениально. Вот. Если в видео нет рекламы, значит все видео реклама. Шарите, understand? Когда рыбалка на Фуге ТВ, бля. Да, будет.